И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Все так же на острове. Остров. Какая тупость. На карте остров, блин. И, собственно, что было за кадром? Во-первых, я сделал стену, которую я уже давно хотел сделать. Сначала я ее сделал на поддержках фундамента. Такие типа фэнси, как они там. Сейчас скажу. О, говно. Короче, не суть, вот это. Вот да, фэнси фундейшн, то есть. Как бы все правильно сказал. Секунду. Так. Отвлекся. Все было неровно, все было криво. В общем, решил я сделать на фундаментах. На старых добрых фундаментах. Единственное, что. Ой-ой-ой. Через Shift. Alt-Shift. У меня постоянно язык переключается. Это высвечивается на экране, благо это не видно. Единственное, что мне не нравится, как здесь этот резкий переход, и я потом хочу сделать немножечко подзакруглить. То есть здесь это сделать уголочек и немножечко подзакруглить. Это будет потом, так как сейчас я не хочу ничего делать. Ну вот. С этой стороны я сделал стенку из листьев. Она, на удивление, вышла такой ровненькой. И, на удивление, сошлось с той стеной. Ну, а с другой стороны, чему удивляться, если вот здесь вот я выводил фундаментами, то есть, по сути, вот здесь ровное расстояние между домом, скажем так, теплицей и стеной. То есть, если я заставлю все фундаментами, будет все ровно и аккуратненько. По крайней мере, в этой плоскости, насчет этой я еще не уверен. Но не в этом суть. Суть в том, что сейчас я сделал. Да, у меня там постоянно кричит кицаль, блин, и я постоянно думаю, что он надо мной летит кицаль, а это просто станок, на котором сидит кицаль, и он издает звуки. В общем, короче, сделал вот такую ловушку. И сегодня пойдем томить диплокаулосов. Мне очень сильно нужен хитин и жемчуг. И они мне с этим помогут. Очень сильно помогут. Поэтому, собственно, туда и стартанем сейчас. Для его поимки мне ничего не нужно будет. То есть мне не нужно что-либо для томления. Мне просто нужно будет привести его на базу. Собственно, для этого я делал эту ловушку. Кстати, да, я еще ничего не засаживал, потому что мне нужен айтем коллектора. Чтобы сделать айтем коллектора, мне нужна цементная паста. Чтобы сделать цементную пасту, мне нужен хитин. Поэтому пошел я с диплокаусом. Если останется время от серии, еще кого-нибудь притомим. Не знаю, что сегодня будет. Я вообще стартанул слишком неожиданно для себя. Да, меньше болтовни надо. Погнали на поиски. Да уж. Пролетел пол карты, блин. Где только не летал, уже и сюда пришел. А в итоге здесь диплокаулосов нету. Шопы-шопошные. Самое смешное, диплокаулосы находятся около моей базы. 60-й левел, около секвойки. Прям буквально, если по прямой идти от дома к секвое, вот примерно в том районе. Ну, я подумал, 60-й левел, почему он такой маленький, а вдруг есть больше. Ну, сами видите, что смешно. Да уж. Как говорится, с чем не везет, так с тем не везет, но с поисками что-то у меня реально беда какая-то. Ладно, прилечу еще здесь-то и прилечу обратно, в надежде, что не сдохли мои диплокаусы там. Потому что там они по левлу точно такие же, как и здесь. Некоторые даже получше, а некоторые очень сильно получше. Ну-ка, еще разочек и... Оп, говно. Ну... Признаться честно, 68-й левел все-таки нашелся. И, кстати, на удивление, почему-то он здесь.
интересно. А, подожди, это теплодок. Точно, это теплодок. Говно. Я просто здесь пролетал мимолетом и смотрю, о, 68-й, думаю, клёво. Клёво. Диплоток, блин. Диплокаус. Диплоток. Дилофазавр. И слишком много на дило. Чуть могли что-нибудь другое придумать? Не знаю. Стрелоголовый. Ладно, ладно. Башка у него. Зато удобно держаться. Ну ладно, хотя бы туман проходит немножечко, хоть можно лететь обратно. Хотя у меня тут Капразух чуть не прыгнул. Очень близко к земле был. Козел. Теплокаулус. Вот я также здесь пролетал, он туда ушел дальше, поэтому его я больше не цеплял для нас. Только зацепил. Ну что за побыня? Ну мелкого, все мелкого левела. Как бы без вариантов, потому что карта не чистится. Вот, поэтому измениться, собственно, неким. Ну, что поделаешь, погнали до дома. Надо было уже давно сделать телепорт. Только для этого у меня ресурсов нету. Для этого Диплокауса-то ищу сейчас. Чтобы был хитин. Хотя, по идее, лягуху можно притомить. И ад будет ловить живку. Точнее, насекомых, которые будут... Точнее, хитин которых будет превращаться сразу же в цемент и паст. Идея неплохая. Если честно, лягушку томил вроде бы только один раз или максимум два. А Диплокаулуса вообще ни разу. Поэтому это, во-первых, будет возможность поплавать под водой. Во-вторых, трилобитов будет много налутаю, что ресурсы дополнительные будут. Ну и в-третьих, поплаваю на том, на ком ни разу не плавал. Даже интересно как-то без... так сказать, вспомогательных инструментов в виде костюмов для подводного плавания. Да. Короче, пошел я искать дальше. Надеюсь, не убили того 60-го. Да уж. В общем, обидно даже не то, что топовый Диплокаус был около моего дома. Топовый, я имею в виду 60 левел, так как все остальные были 20, 12, 8 и 28. Даже обидно не то, что его больше этого 60 левела нету, потому что я что-то здесь все облетел и больше его нету. И по понятным причинам, так как хищников полно. И даже вот не вот это вот все обидно. Пофигу, 28-го, там где так уж и быть, если он живой еще. Обидно больше то, что фиолетовый луч, который я залутал, имел внутри себя вот это. Фиолетовый луч. Интересно, в какой это вселенной вот эта вот труба металлическая достойна фиолетового дропа? Лично мое мнение, но вот это вот все зеленого дропа был как-то намного ценнее. Да, вы скажете, типа, вот. Не поток. Вот, типа, на больших, точнее, на офф-серверах, там, типа, по-другому никак. Только через, типа, рецепты можно изучать какие-то предметы, чтобы не тратить граммы. Да, я соглашусь. Только на больших серверах играют большие кланы и драйвы и так далее. И там один строит, другой, точнее, один изучает гостроительство, другой изучает оружие, третий там еще что-нибудь. И это нормально. В соло. На PvP в соло играть, камон. В общем, поражают меня эти лучи до безумия. Так, не куски говна. Ну, в общем,
лечу в надежде все-таки встретить того самого. Еще была мысль подхватить, думаю, поближе к базе приведу на всякий случай, а вдруг нету этого 60-го лава. Надо прислушиваться к своей этой, к своим мыслям, к своей голове. Ха. Ну, он не здесь, он туда дальше надо лететь. Ненавижу вот эти поиски. Прям терпеть не могу. Ого. Альфа-карта. Интересненько. Получится его завалить? Не получится. Короче, летаю, вернулся уже обратно, 28-го левела нету, 24-го тоже нету. И иду искать 20-го хотя бы. Ну, хотя там есть один 20-й, в заначке такой сидит. О! Я могу бить. Он там сидит в заначке, короче. Вроде его никто не должен найти. По идее. Вот, но... Посмотрим. Зато нашел диплодога 32-го левела, которого до этого не было. Не знаю, чем мне это поможет, но я нашел кого-то нового. Ну, не считая вот этого альфа карнотавра, которого я надеюсь все-таки завалить. О, погнали. Давай. Серьезно, ну, иди сюда. Слышь? Ударил у меня два раза. У меня там 20 на 1000 хп. Мне на тебя вообще пофигу. Ай, не та кнопка. Это альт был. Интересно, даже сколько у него хп осталось. Это долго. Это ужасно долго. Ладно. О, хотя он уже краснеет, классно. Иу! Зачем на паузу нажал? Если я успел его завалить. Буквально чуть-чуть и завалил. Ну здорово. Такс. Неплохо первосортинки. О, неплохо. Инструмент хороший, арбалет. Классно. И чуть-чуть подкачал. Огонь. Ну, хоть не зарастал уже. И на том хорошо. Осталось только найти еще. Где-то здесь 24-й еще тусовался. Может быть, здесь где-то найду. Может, хоть здесь живые. Жопа. А еще дилок очень много на болоте. Почему-то. Не знаю почему. Ну, зато еще один альфа-раптор. В общем, жопа полная, если что. Я типа сгонял туда. И там максимально остался только 16-й левел. Это отвратительно. И... чувствую какой-то жопопень. Так, подожди, или он не здесь был, или он был там ниже. Я очень надеюсь, что в этот раз я не всрал. Может, скоро тупо 8-го не покался, вот там ведь походу дела. Чё-то мне это не нравится. Ладно, погнали искать дальше в шоп этого раптора альфа. Да. Я не помню, где этот 20 левел был. Фух. Скажем так, попутал немножечко этот развилочку, но это все-таки еще живой. Пока что живой. И он где-то здесь? Под камнем?
Ты сейчас серьезно, да, пытаешься на меня напасть? Да, это серьезно пытается на меня напасть. Ну, давай на меня, лучше, чем на Диплокаус. Ах ты, собака! Так, погоди-ка, мне нужно убрать. Так, а я сюда сейчас буду на вас хиляться. Дилка, ну ты-то куда еще лезешь-то? Дурная, что ли? Так, погоди. Он реально под камнем. Диплокаус. Под камнем. Окей. Ну, с ФПС, то, конечно, у меня жопа полная. О! Он, что ли, он? Я явно кого-то не вижу. А, вот ты где. Господи, тебе. Да растудить тебя. Не, ну это хорошо, что хоть он под камнем заспавнился. А то я вообще мог остаться без без всех диплокаусов. Ну хоть 20 левел. Началось 60-го. Потом 28-й, 24-й. Этот тупо спасен был чисто из-за того, что он был в камне. Если бы не камень, его бы уже семью как бы сожрала. А еще их очень мало по карте. Прям очень мало по карте. Это отвратительно. Еще куда мне лететь? Куда? Ох, вэй! Далеко. Ну и самое главное, что нужно сделать, это всех на пассивку включить. А то сейчас будет жопа какая-нибудь. Так. Это личненько. Все получилось даже очень аккуратненько. Кстати, да, теперь их благодаря тому, что у меня есть забор, можно всех на пассивку поставить. Так. Пассивка. Пассивка, отлично. И... По идее, ты не должен вылезти отсюда. А! Ты ж как залагала, игра. Нажал на выстрел и лагануло. Все ж... Классно. Ну... Осталось только закинуть сюда баранинку. Опаньки. Одна баранинка и дело в шляпе. Классно. Так, открываемся. Эш, ты ж ты какой-то у тебя хвост длинный. Вдохнул, бля-бля. Так. А как на тебе ездить? Тип. Ладок. То есть, по сути. Кстати, здесь вообще свечку надо сделать. Так. Или я только в воде смогу прыгнуть? Интересно. Сейчас узнаем. Так. И все еще непонятно. Вдохнуть я могу. О, управлять. Отлично. О,
О, ты посмотри, какой кайф. Такой быстрый, я даже скорость не качал. И самое главное, я всегда дышу. Классно. Инструмент могу брать в руки? Нет. Ну-ка, 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 это даже очень интересно. Так, ну-ка. А. Укус. На C это прям резкое погружение на дно. Ну, Shift, простое ускорение. Так, теперь бы найти какой-нибудь трилобит. Когда они нужны, их, понятное дело, не будет. Так, отлично. Труба в помощь. О, черный жемчуг. Клево. И, кстати, я понял, что выносливость качать вообще нет было смысла. Нужно качать кислород. Так как кислород заканчивается, выносливости нет. Вот смотри, сейчас горцанул. Отлично. Сгорцовали. И выносливость практически не потратилась. При этом я тормознул, оп, полностью восстановилась. Опа! И сразу же спрыгнул. Прикольно. А что с кислородом? Сразу же восстановился. Ну хитина дофига. Вот еще бы трилобитов бы искать было бы полегче. Да. И в этом спайглаз бы мне тут помог. Хотя, может, бинокуляр мне поможет. Хоп. Агонали. Не, классно, классно, мне нравится. Ну, в плане хитина я точно добыл дофига. И жемчуга чутка добыл, и черного жемчуга, и что очень даже хорошо, хитин дофига. Ну и трилобитов чутка подистребил здесь. Да. Нету их, короче. Но это клево. Это клево. Клево то, какой он шустрый, быстрый. И даже будучи 20-м всего лишь левелом, он способен такую скорость разгонять и плавать на нем одно удовольствие. Ну и что самое главное, не нужно кислородного баллона для того, чтобы плыть под водой. Вот, единственное, что нужно будет. Вот, еще трилобитчики появились где. Ой, да ладно. А что вы там делаете? А, неплохо. А, неплохо. А, я уж было и не надеялся. В общем, о чем я говорил-то? Чё я говорил? Нужно будет... А, вспомнил. Нужно будет сделать вот эти штучки, которые... Ну, телепорты, которые позволят мне телепортировать к себе и от себя диносов, чтобы бегать побыстрее. О, по ним вообще не атакуют практически. Но по трилобитам у них дополнительно усиленный ядрёно как сильно урон. Ах, попал. Лично. Еще и сырую рыбку подлутал. Классно. Мне однозначно нравится. Так, бери. Вот, как говорится, ну а на этом я уже с вами буду прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Конечно, делиться моими видео с своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливо и добра. Всем пока.